Такой способ ремонта дорожного полотна хорошо подходит для небольших повреждений. Смесью щебня, каждая крошка которого не превышает 10 мм, и битума заполняет все неровности на дорогах. Технология ремонта надежная и быстрая. У фрезерования нет необходимости. Достаточно продуть место разрушения воздухом, очистить от пыли и грязи и залить смесью. Сверху посыпают сухой гранитной крошкой. Когда влага из эмульсии испарится, состав затвердеет. Утрамбуют его и проезжающие автомобили. Затем лишний щебень сметут к краю дороги и уберут. Объем разрушений составляет порядка 160-180 квадратных метров. Данный объем будет выполнен ориентировочно за две рабочих смены. То есть сегодня сделаем максимальный объем. Ремонт дорог с использованием эмульсионно-щебеночной смеси проводится в Самаре с середины апреля. В поселке пока меры экстренные. Решение о ремонте в Березе прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурцева с жителями Красноглинского района. Вот как построили дороги 70-е, 67-е, 70-е годы, и знаете, после этого капитального ремонта не было. А то, что вот сейчас делают, это прям очень мы благодарны. Я понимаю, что все сделать сразу, это невозможно. Мы надеемся, что вот это, как говорится, будет начало, а там, наверное... Заделывают самые загруженные дороги поселка, второй и четвертый квартал. Гарантия на ремонт такой смесью – один год. Эта автодорога ведет к многоэтажным домам, их там порядка 8 многоэтажных домов. То есть большая часть населения поселка Береза проживает именно в этих домах. И такое решение о выделении дополнительного финансирования руководством города было принято. Поселок Береза, хоть и отдаленный, но и здесь благоустройство будет продолжаться. Пока привели в порядок самые важные дороги. Прорабатывается вопрос о ремонте пешеходного тротуара, который идет через весь поселок. И есть ориентиры, к чему стремиться. В этом году в другом населенном пункте Красноглинского района, в Прибрежном, полностью отремонтировали большими картами 5 километров дороги, идущей от трассы М5. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.